Он мне такой: у тебя есть отвертка? Я такая: да. Он такой: какая? Я такая: вот такая. Он такой: ну какая? Такая: ну, такая. Такая, блин, ну обычная такая. Он такой, он пытается мне объяснить. Я, короче, я покажу. Иду, достаю. Он такой: это минусовая. Я такая: а нужна плюсовая? Он такой: крестовая. Я такая: то есть минусовая и крестовая? Он такой: да. Я такая: почему не плюсовая? Он такой: потому что крестовая. Такая отвертка. А есть вот такая отвертка. Вот такая отвертка, это у них минусовая. Вот отвертка, где кончик вот такой, это минусовая отвертка. А вот это крестовая. А плюсовой они ее не называют, потому что, да я хз, вот это минусовая, но вот это не плюсовая. Это крестовая. Минусовая, крестовая. Блин, почему не плюсовая? Почему не плюсовая? Почему минусовая? Почему тогда не одна палочная? Ну, типа, столько вариантов, они выбирают минусовую, а другая плюсовая. А мне это нужно еще как-то понять, типа, осознать как-то.